Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Короткая. У многих дома собираются различные баночки, ведерки, которые выкинуть очень жалко. И сейчас я из них буду делать снеговиков. Если ведро белое, его уже окрашивать не нужно. Нужно будет обязательно обезжирить спиртом или жидкостью для снятия лака. У ведерка удаляю ручку. Что делать с теми банками, которые у нас имеют рисунок? Тоже обезжириваем. Грунтую белой акриловой краской. Одного слоя, конечно, будет мало. По такой баночке от кофе я прошлась 3 раза. Наждачку беру помельче. И удаляю все шероховатости, которые мне не нравятся. Чтобы сделать шапочку, я беру 2 ткани. Вот эта ткань, это у меня салфетка для уборки. Мне пришлось сюда кусочек дошить, потому что мне не хватило на обхват ведерка. Примеряем. Вот у меня сейчас вот идет, видите, с небольшим запахом. Все буду приклеивать на клей горячий. Приклеиваем изнанку к изнанке. Кто любит шить, может это сделать на машинке. На самом деле это очень-очень быстрый способ, особенно когда времени мало. Выворачиваем на лицо. Срежу немножко вверх. Так как ткань здесь тоже обрезана, я делаю подворотик и подклеиваю. Красивую тесьму завязываю вверху. Это будет такой помпончик. Если вы не планируете положить вовнутрь какой-нибудь предмет или подарок, добавьте немножко бумаги, чтобы шапочка вот так повыше стояла и смотрелась красивее. А теперь нарисую лицо снеговику. Рисовать буду акриловыми красками. Такой интересный снеговичок получился из ведерка. И сейчас я такого же сделаю из баночки с жестяной. Второй снеговик. Также могут получиться и большие снеговики из больших ведерок. Например, из 5-литровых. Вот так очень-очень быстро можно украсить с такими снеговиками свой дом. Положить туда подарки. Друзья, тем, кто досмотрел это видео до конца, хочу показать еще вот такого винтажного поросенка. Которого я сделала из формы медведя. Вот так он выглядит, отлитый из гипса. А вот так он выглядит в виде поросенка. Копытца ему сделала. Сделала рельеф лица. Ушки более острее сделала. Краску наносила несколько цветов, разный слой, разный цвет. А потом влажной тряпочкой делала потертости. Вот мне захотелось, чтобы у меня был такой, как будто ему уже 100 лет. Кто остался без поросенка, вы еще можете успеть сделать
покрасите так уже, как вам нравится. Снизу я приклеила кусочек картона, чтобы не царапала поверхность. Друзья, а я на сегодня с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!